Я еще 300%. Я еще удивился, думал, вроде фулл хп было, блядь. Ну 48. Да. Написано фулл хп. Ну, типа, мне ни в коем случае этот дебаф ловить нельзя. Пойдите РТД в этот, в рейндж. Все. На второй фазе. Недалеко, но в рейндж. Там сами милики добьют, что босса переведут. Приятно же. Блять, спасибо. Сидит. Че вы все веселые стали, угорать стали, блядь? Че вы на алгалоне не такие, блядь? Я забыл микро вырубить. Блядь, сидит. Максимально душные, блядь. Сука, блядь. Скруч Макдак, сука, ебот. Пите, блядь. Давай. Не, Макдак это который золотые дуги. Бля, я стрини на хп, я понял. Спасибо. Там мой. Еще Биг Мак, блядь, продается. А вторая трения не лучше, блядь. Эй. Нахуй ты стал, Вить? У тебя ресурс? Нашел, блядь. Дай шкаф быстрее, сумоню. Нашел, блядь. Тяжело найти было, да? Ну, шкаф дайте. Презент для чего нужен? А, ремонт, ремонт. Ремонт написано. Для ремонта чего? Призов. Еврей. После первой лужи РДД рассосался. Не стойте в ней вообще больше.
Три, два, один. Рассосались все. Разводишься? Расшифруйте вот это! Все, теперь РДД стоит. РНЖ. Три, два, один, СССР. Фокси Синер кинешь мне? Может, ты что-то себе взял? Отключил, может? Я его слышу хорошо. Все нормально. Ильдар, будем стопать? Да, сейчас будем стопать. Стопните, все стопните, побой, стопните. Еще раз, Сакар первый? Нет, я демонул уже. На Яблочкину я играл. Кто будет таунтить? Хант? Ксен, видимо, там. Ксен догоняет. Ну, Ксен, окей. Он шарит? Все, он догнал. Ксен, сейчас уйдешь от босса. Стопните по боссу. Все, добивайте. Ксен, готовься убежать. Добивайте. Побыстрее. Добивайте босса! Я понял, блять. Я вас понял. У меня бабл даже закончился уже. Блять. Well, давайте. А я сейчас сдохну, если что. На мне дебаф. Он меня сейчас ваншотнет. Да? В смысле, а что это такое? Почему у тебя ваншотнет? На мне дебаф был его. Что, на увеличение натур дамага входящего. Угу. Потому что он кинул в меня почему-то эту хуйню. А не в вас. Хорошие конкурсы. Хороший босс. Так а что ты не назначил? Цена, которую забирают. Я на первом трайсе спрашивал, ты будешь... Я на первом трайсе спрашивал, мне таунтить, ты сказал? Таунтить. Окей, понял, жду и таунчу. Третий. Ну, таунтит-то у нас кто? Диманов. Когда? Третий. Алло. Потом еще у Няши расспрашивал про мету. Понял. Ладно, пусть Ксен будет. Кинешь все СС. Не верь, кинешь на Ксен СС. Левел на этого, на фейс. Какого хуй он, блядь, на танке, тварь? Ток добивали, ну, Зиенда кончилась, такой таун разбил. Чё тут это, он на танка кинул, блядь, дебаф. Который там какая-то кидать, блядь, часть блядь, дальше должна стоять, да, получается? Да, полрейда почти. Да хуй знает, мы все дальше Зиенда стояли, относительно босса. У нас лужа была, типа, ну, мы в ней стояли. Блядь, сломали чё-то, что ли, блядь? Да там похуй сколько стоит, но рандом накидает. Что-то мне уже не нравится босс рейдсплит, пиздец. Да, эта игра вообще не для милик. Нахуя милик? Никогда не была для милик. Школьники ливают просто, слышите, о среде. У вас, блядь, 15 людей было в РДД, он кинул на танк. Причем тут милики, аля? Надо еще больше РДД. Надо всех РДД. Да я не про сейчас имею в виду, блядь. Я вообще говорю то, что, блядь, больше... Как-то комфортнее играть на РДД. Там миликов штук 6, как у нас обычно было. Фласка на ХП, блядь. На СПД пей. Я что, похож на дауна? Ну как тебе сказать? СПД пить, блядь. Как тебе сказать? Ну есть.
Кстати, три не все сняли хилов, хилы на хп. Если он тебя кидал, чтобы убыток. Ну, это такого не было. Не кидал он на меня никогда. Этот анонс есть, что зубы в этот момент, что тебе дали? Ты выживешь или нет? Там мне не спасут зубы. Вообще? Ну там 300%, блять, оно мне через зубы пробьет. Вот, видишь, меня сейчас дебаф ударил на 50%, на 3-й фазе он мне сносит костом 70-80%. Уже в рейнже даже небольшом, не надо прям до Лорана бегать. А там увеличен урон. В 3 раза. 3, 2, 1. Рассосались. Расшифруйте вот это! Топаем? Да-да, стоп, побол, сейчас еще чуть-чуть побейте, блять, прохитер их, пожалуйста. Бейте прохил. Стоп, побос. Поднимать? Да, вот фуры поднимать. Разошлись. Все, добиваем, быстрее добиваем. Быстрее надо добить. Ксен, готовься. На тебе, надеюсь, агро. Мы а ты уверен, что мне надо будет таунить? Мне кажется, мы его разорвем, блядь. Я мету сдаю, короче. А, это зря. Мне кажется, мы его разорвем. За угауна. Мэйби далеко. Мэйби похильте, я не достаю до него. Че достаю? Ну, типа у нас 13 секунд. Минус от хил держи. Да, минус от хил надо. Готовься, таунти. Блять, ебать. Поймал. Прохил. Сакру надо. Там. Сакра есть? Нет? Дай мне зубы. Дай. 5 секунд, Сакра. Каплю нужно будет что-то. Я дал. Добивать его. Лишняя шот. Было бесполезно. Бы. Зря. Че зря? Понял, ёбусь. Боишься? О, ёптус. О, блядь. А что там такого упало? Голова. Хоть что-то навар. Голова, блядь, наконец-то нахуй. Здравствуйте, блядь. Я вижу там плечи навара неплохие. Охуительные плечи навара. Опа вы. Причем они в натуре только навары. Больше нахуй никому не нужны. Ну, ретрики могут сейчас. Бля, я не... А, ну ретрики, да, может быть. Блять, почему бес не апается от синей лужи? Кто-нибудь меня объяснит? Хокси, у тебя есть этими плечи, нет? Нет. Знаешь, Хокси отдам. Ой, бля, минус фурит. У нас, блядь, танк проседает, пиздец, на этом, блядь. Ты на медведе бис плечи. Угу, да, бисовые. А у него разве нет? Ну, не падает. Так они первый раз падают, да? Второй. С самого прошлого. Давайте Мирон. Руки какие-то еще помотаны, да? Я бы на фулипал запас, например. Ну да.
давай. Спек с хила. Это твой. Угу. По-моему, 15к плюс-минус чуть ли не на первом киле было там. Оф, 14. Это же хороший посох я взял на сову. А то у меня там какая-то параша. Бля, у нас Зиен завис. А, это лучше, наверное, чем у тебя было, не? Не, просто не знаю, с чем совы ходят. Так у него порча гибет. Почти под 40 с критами, алло. Хадира лучше посох будет. Там с двумя дырками с хостой, да? Да, да, десятки. Или с 25. Там с двумя дырками с критом. Критом или с хостой? Есть из десятки, здесь 25-ки. Нет, maybe не так. Вот такой. Фони тварь, он меня сбесил сегодня. Ну да, этот, конечно, охуеннее, блядь. Фон-то 39-й. Ну да, заебись. Мак, дай, пожалуйста, в Далоран портал. Третий спек там, в Далоране быть. Каф поставьте сразу. Так, я взял огонь. Если что. Третью возьми, Кен. Ауру. Так, она у меня все время сейчас стояла. Окей. Так, рыбу поставил, сумоньте. Так, с левой стороны я хилю вместе с Анозером, с правой стороны остальные хил. А, нет, подожди, я с Егором слева. Остальные справа хил. Семен, так, давай смотри, здесь по броне порядок навел, посмотри. Блять, а тут же сложно играть, демоны, да, наверное? Эвил, кинь СС по яблочке, ну. Машинная и все, машина. Сакр, кинь СС по Войт Фьюри. Балбес, кинь СС по Анозер. У меня такое ощущение, что мне тут СС по себе, блядь, нужен. Шкаф дайте. Страшно тут пиздец. Сакра демон еще и в пятерке по дамагу должен быть, как минимум. Ну, Мари, у меня такой план, я типа... Мари. Мы с... Ари. Мы пульнем, блядь, я, короче, в мели заеду, блядь, с метой, блядь, а потом чекпоинтом, типа, уйду. Но если я кину туда флейм, я не виноват, мне еще поебать, блядь. Вот. Но надо, блядь, при этом не въебаться ни в одну мину, блядь. Как мне, кстати, няша на третьей... Ой, да, на третьей фазе менту сдать у этого пацана? А можно я АФК? Ну, прыгаешь и сдаешь. Когда он приземлится, типа? Относится к Яну, Фейсу, где они вообще? А, на третьей фазе? Да. На третьей там уже, блядь, как получится по откату. Закинешь? Ну, лучше, конечно, когда приземлиться. В пятую вместо Элима. А, сейчас. На третьей, скорее всего, не будет мета вообще. Да? Но она, если даже и будет, лучше на четвертую, подожди. Ну ладно. Ну, четвертая нормально, а там достает костер до башки? Да, всех достает. Хорош. Витя. Балбес. Синдор. Бафы дайте, лапу, стамину. ДК. Все готовы. По местам. Бля, ну я попробую, но мне кажется, это будет сложно. Бля, на Америке пиздец непривычно. С кувалдами бегает, заебал нахуй. Больше, чем он сам, блядь. Хочешь, я вижу, вот. Стену убрить? Сандрес, выпрыгнули. Там, говорит, Сандрес, так? Наебал. Там же Сандрес, так? Да, блядь. По КД стакаются. Там кто Нефилим, говорит, блядь? Нефилим, ты горишь. Нефилим, ты горишь. Да я заебись, Блядь, как заебали, блядь, меня. Блядь. Есть же, да? Кто в легенде? Сыка, блядь. Пацаны, я с вами, милики, давайте, ебем. Огонь сейчас. Беги, малышка, беги. Витя, ты горишь. Да. Первый няшер пункт пройден. Сам говорил, не горите на алголоне, сам сейчас горит. Если жаль, не... нету крика на хп, ну да ладно. У тебя есть этот. Ебать, без. И Беса тоже. Не, вот сейчас мина. Крик на хп. Бес где-то, блядь, шастает. Мина, аккуратно. Огонь, 5 секунд.
Бес нормальная тема, говорят. Да, только он на 1000 хп меньше дает. 500. Да мазя, прохилите, пожалуйста. Будьте добры. Спасибо. Рейндж, держите, пожалуйста. Будьте добры. Мины, пожалуйста, аккуратно. Босса добейте, пожалуйста. Что ты такой требовательный, блядь? Будьте добры. 8 секунд огонь, возле входа надо стоять уже всем, пацаны, если что. 5 будьте секунд. Давай. Кто-то уже обосрался. А мина, если что. Повезло, что ли? Текстурах. Камни Локи поставьте. Бля, вот грустно будет, если эта хуйня от баража сдохнет, блядь, мелко. Вы можете отойти, пожалуйста, от огня? Ну ебаный в рот. Тебя, ну, да. Не триггерите меня 5 сейчас. 5 секунд, встаньте к огню. К огню. Ушли. Все, рассосались вокруг хуйни этой ебаной. Вокруг. Не в одной куче. Вокруг. Мирик, а что за жопой сюда? Первый огонь в мили прям скидываю. Прям все в мили идут и скидывают. Я даю БЛ, дали? Поехал. Огонь. Центр, центр. Сакру дашь что-то? Нет. Дал мастер. Тайминги говно. А, можно выйти, пожалуйста, оттуда хотя бы? Хуй знает. Потушь там? Ракеты. Дам на следующий. Тайминги говно, конечно. Сейчас вытрать бараж и огонь одновременно. Я бараж, дам. Огонь. Выпрыгнем. Бля, чё это за хуйня? Лоу, блядь. Ладно, ок. Надо было сразу, еще дальше положить. Сразу, потом сразу рассосались. Рассосались сразу. Каким... Ракеты. Огонь. Куда огонь? Мили? Скиньте хоть куда, хоть куда. Бомба водяная там. Каким на хп дай? Уйдите от бомбы, уйдите. 5 секунд, бомба. Уйдите. Каким на хп же, когда? Когда подойдешь? Все, все, рассосались. Камни ждите. Урод, ебаный. Огонь 5 секунд. В центр. Давайте, давайте, давайте. Все, в центр скиньте, уйдите. Ушли. Я далеко вам. Так, БР, дай будет хури по АДК. Здесь же, ко мне идите, сейчас на себя метку поставлю. И нарки мне Хокс квадрат. Я подойду, я подойду. Дайте по АДК. Здесь прям скинем к центру поближе. И пойдем в сторону входа пойдем. Синяя, пошли? Вот сюда вот дыру. Смотри, за дыру забанят. Пошли. По входу. Собирайте куда. Так, не ошибаюсь. Бомбот, 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 бомбот. Сигнальные, там не трогайте. Огонь сейчас 5 секунд в стене. Вышли. Сакру дал. Вот. Все. Сажай. Сажай, сажай. Уярьте. Бомбот 10 секунд. Не-не, бомбот нет хоть. Огонь сейчас будет. Скиньте огонь к стене. Быстрее выйдите огонь там, до вас дошел. Уходите оттуда, уходите, все, все ушли отсюда, просто уходим. Там сигнальный сейчас будет больно бить. Уходим, просто съебываем. Взял. Пока не сажем. Хотят сажем. Бомбот, бомбот. Бомбот, бомбот. Бомбот. Сажай, сажай. Бомбот убейте. Огонь. Ко входу, ко входу. Мастер дал. Сигнальный, аккуратно. Блять, вы чё, летуны? Все, отходите от сигнальных, добивайте. Пусть потушит эту хуйню возле входа и потом добьем. Пока этих добивайте бархлоботов и хуйню.
Все, сигнально сейчас добей. Ко входу. 5 секунд огонь. Ко входу. Вот сюда, вот квадрат, квадрат, видите? Ушли. К кнопке идем. Идем к кнопке. Отходим. Уходим в противоположную сторону. Быстрее. Сигнально убейте под нами. Быстрее в противоположную сторону уходим. Уходим, там все взорвется. Хорошо. Блять, ребят, мины. Ракеты. Огонь. Сейчас походов будет бараш. 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 За спину. Сейчас мины скинет и пойдем ко входу. Ну почё, блядь? Огонь скидываем и уходим отсюда. Пошли. Сокру дал. Чоково. Ушли отсюда. Беги, малыш! Ушли, чоково. Не до вас хилом не достает. Ну убивает, ну блядь. До вас хилом не достает, вот далеко. Огонь 5 секунд. Ракеты. Бараш сейчас будет. По голове стопнет все, наверное. Да, по низу больше урона. Бараш. Хороший бараш. По низу больше урона. Огонь нас тут догоняет. Сейчас надо, короче, он мини скинет, уходим отсюда. Огонь. Беги, малышка, ушли. Беги. Середину надо. Ушли, ушли, ушли. Мины аккуратно. Мины аккуратно. Мины, мины, мины. Середину и мид, мид сломать. Все, добивайте все части. Середина это и есть мид. Подъебал меня сейчас, слышал, блядь? Ну да. Получается, подъебал. Отсчет времени до самоуничтожения. Ай-най-най-най-най. Выпало? Най-най-най-най, плащ опять. Най-най. О, кистевой сюда. Эндор, сука, блядь. Куда? У него 3 штуки уже, блядь. Да у него это нет уже. Ну, блядь, хватит. Идите, эти трэшки. Ой, блядь, эти дамагеры, это просто пиздец какой-то. Чё? Просто чё вот, там? Блядь, леща нахуй, как уебать раз, блядь. Сука. Голова, блядь, ебаная, выходит. Говорит Эльдар, пошлите, упрёмся в стеночку, блядь. Упираемся в стеночку, стоит пару, блядь, не хочу называть плохим словом, личностей, блядь, просто кидается на них огонь и нас закрывает у стены, блядь, и выбегай как хочешь, нахуй. Такие, блядь, просто ебланы. Тяжело, блядь, к самой стене подойти. Нет, надо стоять, хуярить, блядь. Ржаво. Эти хилы такие пиздец, стоишь на 3 кхп, бля, хоть бы хилочку, блядь, в итоге ты как еблан пытаешься забежать, койл блядский бросить, блядь, и в мину въебываешься, ну пиздец, 3000 хп, 5 секунд, ну хилочку, блядь, страшно, в меня это выебь с агро, она стреляет, блядь, думаешь, сдохнешь уже нахуй, блядь. Ильдар, это мои перчатки. В смысле? Чё, не понял. Чего непонятного? Перчатки мои, говорю. Че там, какие боссы остались? Упали, говорю, перчатки мои. Че, Сандор, у тебя есть такая уже? Бля, я че, я висну или что, я не понимаю? Че происходит, блядь? А ты, блядь, этот, нахуй. Шок, дай, блядь. Мне кажется, блядь, ты зависаешь, Эльдар. Какой там босс следующий, пацаны? Волголон? Безус. Волголон, блядь. Бля, так, Сандор, этот-то получше будет на рогу. Ну, в смысле, на комбат. Сам-то да. Одеколон, блядь. Подожди, а чё этот? Подожди, а чё, у Сандора нет этой 1.50 тивухи? Ну, у него дагер 1.4, тоже 39-й. Но мне кажется, это получше на комбат будет. Ну, я не знаю, если ему надо, вот дай ему ничего. Ну, я хочу, он не хочет брать. Бери давай. А чё он не хочет брать? Бежи, блядь, и что у нас? О, всё, зажрался, да. Блядь. Чё, блядь? Это, что ли, как он? Я слово забыл из-за вас, нахуй. Долбоёб. Горный, что ли, блядь? Горный?
Горный, блядь. Он же выиграет, наверное. Ты, кстати, видел, Эльдар, там кинчик вышел про Краснодар? Как они волчья сосали, хуец, блядь. Типа, знаешь, такое, ну, кино в стиле вот этого сериала был про Манчестер Сити, блядь. Вот такая же хуйня, и там, типа, бля, мы вышли в Лигу Чемпионов. Через полчаса, блядь, это, бля, мы проебали первый матч, мы проебали второй матч, блядь, мы проебали третий матч. Что это такое, да? Это тварь, да? Не видел, не? Это член в стакане моет, блядь. Да. Алло. Блядь, просто спиздил, пока я про яйца хотел спиздить. Блядь, там, смотрите, какой Эрик мемасик, сука, тварь, блядь. Смотрите его в этот вообще не. Сучара, сука. Бля, хорош. Сука. Да, сука, тварь, блядь, жирная, а? А, блядь. Чё, в сову прыгаю обратно, да? Хорошо, блядь. Сука, тварь, блядь. Череп там тпшнулся назад, короче. Я всегда знал, что Эльдар чёрный, блядь. Ты сказал, череп тпшнулся танк назад, чё? Если череп тпшнулся, то там ему дорога. Сами танчите, сами бейте. Мне похуй на него. Тебе, походу, нельзя на море ездить. Вот с такими ха-ха надо и ходить на Алгалона, блядь, а не сидеть там нахуй жопу под пальцем, блядь. Да. Типа пришел, поржал, и Алгалон упал, да? Тварь. Да. Ну, йог так и упал, по-моему, не? Половина... Ну, не совсем. Половина с похмелья были, блядь. Ну это да, да, да. Один пьяный приехал на такси, блядь. Там ноги выпали. Пиздец. У одного реакция хуёвая была, я помню точно, блядь. Так я бухал у кента, и типа он такой, ну на комп, блядь, мы установили сервис за полчаса, блядь, и били. Вот это нахуй, ой, да? Ой, твари, ой, твари. Уберите, блядь, нахуй эти ёбаные двери, блядь. Не бейте, блядь. Смотри, блядь, циклон, еще и собаку, блядь. А собаку-то за шо, блядь? О, меня притянул, красавчик. Я помню, он меня со входа вынесли, блядь, протянул через 25 часов. Егора не трогать, блядь. Блядь, сейвите Егора всем, что можете, нахуй. Soulfire можно подсейвить? Он сопротивляется, там было написано сопротивление. А его забанили, хорош! Пускай постоит в бане, а ты это не снимешь диспелом. А почему не диспелится? Оно не диспелится, так он иммунный ко всему, и к диспелу тоже. Хорош. Эй, Егор, как тебе? Мас диспел попробуй. Снял, да, мас диспел? Мас диспел снимает. Да, мас диспел снял. Да заебись. Точечный пауэр не снимает. Так, давайте все в ДД, кроме меня и Егора. Я тоже потом. В ДД. Потом. Не сейчас, потом. Бля, на этого босса точно в демонологе надо? Или можно в другом каком-нибудь спике будет? А то, мне кажется, я без маны буду ставить весь бой. Не знаю, я нормально в демоне бил там. В Хэйме? Под конец уже немножко, да. Да, в Хэйме. Чё, типа хватает? Ну, под конец там немножко, но такое. Хз, у меня нормально хватает. Не, пацаны, вроде бы, но... Ну так ты не забывай, что он у меня дед хуёво, у меня монопула нету вообще почти. Пацаны, если честно, мне заебись заканчивать РТ в 8 часов. Да? А что, РТ закончено? Нет. Всем пока. Ой, блядь, не знаю, детский сад не устраивайте, нахуй. Вообще рекураба, блядь. Метки. Блядь, это ты на ходу выдумаешь, блядь, кураба, блядь. Так он одну и ту же хуйню постоянно говорит, блядь. Нихуя, мне кажется, разное, блядь. Фокси, спекнись, а. Кому, блядь, проснется? Крестик, нефилим, квадрат...
Кен, твой череп крипати, того банана. Поехали. Кого банан, блядь? Я думал, ты стреляешь. Того банан. Кто мой? Подожди, кто мой? Квадрат Эльдар, твой. Эльдару банан. Эльдар обезьяна, блядь. Твари, блядь. Ненавижу. Да, пошел в финал. Так, Флойса можно кикать. А, он же перса должен оставить, да? Так, мне Маранди БДК ставил с почтой вместе всей хуйней. Кто, блядь? БДК. Там. Ну, а еще один у меня будет БДК, да? Ты их коллекционируешь? Походу. Сумеречного тоже раньше тебя надо отпиздить. Таким занимался. Там вроде неплохо одетый там. Почта есть вся хуйня. Да. Лучше этого. А в Роске. Спек только переделать там. Вроде одинаково. Да похуй на спек, я про шмоты не могу. Всегда можно поменять. Шмот, а он съебался куда-то или что? Хуя. 16 часов в день работал. Поехали. А давайте. Сколько получает? Все те же контроли, парни. Поехали. Понял. Сейчас, блядь, по 16 блядь, часов в день работать. Блять, ну и работает. Ну, блять, ну тогда тебе должны платить 1400. Он алкаш забыл, что ли, как он на рейд на РТ приходил бухой, блин. Он забыл, что ли? Забыл, что ли, он ливнул с гильдии? Потом на следующий день говорит... Это я помню. Говорит, пацаны, а нахуя вы меня кикнули? Почему я в другой гильдии? Я помню, мы еще... Там СМЛ, короче, заходил, и этот кусок, типа, токен, блин. Как можно-то хуярить, что ты даже не помнишь? Что ли, ну, с гильдии, блядь, и перешел в другую, блядь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Сендор уже бежит туда, смотри. О, полет навигатора. Я убил. О! Кто-то надо убить. Вот ждал, пацаны. Нихуя его убить. А кто его добил? Кританул. Пэт. Это этот дровосек? Нет. Дровосеков у нас нет. Это, походу, Пэт ДКшн. Угу. Да, это ДКшн. Лови, блядь, он БЛ себе сдал, он БЛ создал! Вот эту тварь надо по-любому убить. Бля, не хильте нахуй. Он в циклоне. Да ёбаный. Бля, блядь, это вообще... Да там нахуй через циклон пробьют, блядь. А кто это был? Фони, блядь, кто? Я вижу, что Фони, блядь. А что ты имеешь в виду, блядь? Ну, вы так агритесь на него, какой-то знаменитый или что? Конечно. Да, знаменитый сметная, местная, блядь. Медная. Парни, медная, это... Медная, те же, парк. Медная, знаменитость. Ты знаешь, это местный арбатский, короче, блядь, центр, сало, блядь. О, хорош. Почему он мне сало кидает? Ну почему он такой тварь, блядь? Потому что людей душишь, он, блядь, думает, ну, блядь. Я стою в 20 километрах, он влетает и дает мне сало, блядь. Точно 20 километров? О, там сзади, пар... да. Ледяно. Куда он взялся вообще? Из контроля. А чё, я его всё, Мёрфи на оф ушёл? Я чё-то как-то зашёл на стрим, не поорал, как они. А, 12-й ключ. 120 смертей.
Чего? 120 смертей, блядь? Лоста бьет, блядь, его ебать. Ты бы ему написал, что, блядь, типа даже люди, блядь, которые мышкой нажимают, блядь, скиллы, блядь, закрывают, ну, типа, блядь, 12 ключ, не думая вообще ни о чем. Ты, ебать, я подохуел, думаю, как им, сука, еще, блядь, не лень сидеть там, блядь, думаю, ебаный рот. Там уже ключ сгорел давно, там что-то 40, там 50 минут, что ли, было уже. 12-й? 12-й ключ. Не 22-й, не 32-й, 12-й? 12. Пиздец, блядь. Звучит как зашквар ебаный. Театр боли, ласт. А чё, блядь, это... Виебут я сейчас. А Нозера не трогайте. А чё он гуляет по рейду, Трезот? Ну хуй знает, типа я жду хоть один на пул. У нас как бы они существуют, наверное. А хули я-то? Ой. Я вообще демонолог, я меньше всех дамажу, блядь. Я бежал. С самого пула. Бля, ничего не заёбай, Трезот, зато он тебя, блядь, сейчас вайбнемся, не хочу бежать, блядь. Эвил, на тебе порчу, блядь, ты любишь порчу. Мне чуть левым не било. Он тебе порчу дал? Не, он мне семики дал. Бля, хотел сказать, сделаем тенифобию каждым по 5 кайпэдам. Какое семи? Забыл. Сделаем тенифобию каждому по 5 семени, да? Изи. Ой, я в ночке, блядь, живучий. Бля, надо было мета нажать, может забанил бы кто-то. А этот, я Егор в хиле, остальные в ДДС. Чё, меч? Чё говоришь? Меч должен упасть за все страдания. Ты не упадет какая-нибудь. Какие страдания? Ты вообще с кайфом бегаешь, три кнопки жмешь, тебе вообще нормально. И крик. Три кнопки и раскол. Крик на хп не даешь, раскол не стакаешь. Раскол вроде стакает. Блядь, ебучие, блядь, мет. Поставьте метку какую-нибудь за ассист. Попробуем. Сам там за ассист себя, за ассист, блядь. Кав дайте. Сервал, это кошка такая, блядь. Я знаю, я вырубаю. Нет. Что нет? Поставь мне шерметку, пожалуйста. Ты Хокс не это похож на сервал. Сейчас я делаю релог. Ассист отдашь, поставлю. Релог. Да такой породы не бывает. Пиксель-терьер, блядь. Триполигональный. Да, поставить так не. Вот чё-то хуй вижу. Вот сюда. Вот тут будет. Ой. У него вообще рога есть, блядь. Кошка с рогами. Блядь. Кстати, ты знал, что здесь? Ты знал? Ты знал, нет? Что? Джага синий, ману, регенит, ретрик, и танк. Танку нет. Они починили же. Я всегда юзаю синюю джагу, но нихуя не регенит. Сейчас попробуй. Дай рыбу лучше, у меня мана нет. Так вот сзади, вот сзади. И портал. Вот тут. Тоже нашел. Кен, ты в прошлый раз бил, у тебя регенился мана? Так у меня же ретрик, пускай, это хрень.
Че? У ретрика это регенит. У ретрика регенит, но у ретрика... Какого хуя это должно упрепопало регенит? А как протик регенит? Ну, я просто не протик говорю. Только своим талантом от отхила в него. А-а-а. То есть его хилят, он регенит ману. У него нету этого таланта на джагу. А от щитка. Че ты не регенишь? Я баф. Понял. От щитка не регенит? Тут нет. Че тебе видите? Какой МП5, блять, алё, дурак или что? Нахуй тебе здесь МП5? Дельдар. Дельдар. Бафни МП5, пожалуйста. Лапы нет. Так, держи в курс. Дайте лап. Есть уже. МП5. Дал. Пиздишь, бля. Ля-ля-ля. Найс. Бля, сейчас отлетите же. Ну, блядь. Неудивительно. Подальше отойди, Трезот. Скриптеры подъехали. Раз, два, три, четыре. 10, 11, 3, да? Балбес, что такое, блять? Алло? Ёбаный рот. Что происходит с вами вообще, блядь? Как можно локов 2,5 миллиона хп отменить, босс? Течет черная кровь, я... Бля, да изи. Ноль должно быть, ноль. Алло, блядь, напуливайте на хантах. Ты на пульт. Я молчу. Мне пофиг. Сейчас с РДДшники там уже подходят. Какие-то твари вы сегодня все. ЧСВ. Ты чё, сука? Дайте нефть сами. Ой, сами, да. Да, сами. Зачем тебе сальву? Не мне, не фу. Ладно, я со мной. Да сам нормально попробовал. Понял. Еще один. Ты нахуй иди, блядь. Понял. Пожалуйста, благодарю, блядь. Какие у нас пиздатые локи? Мне сложно, блядь, пока что. Кнопок много. Ебись. Привык тут дестером три кнопки жать, блядь. Метка ещё была. Ты мась. Сказал, блядь, на одного босса, на одного босса, в итоге весь рейд, еще всю следующую неделю, блядь. А кто виноват, что мне? Алло, они... А, оде... Чего, блядь? Чё? Чё? Нет, у этих сраней... А, внутри. Ну, либо вы... А вот они же пришли уже, потому что... Так они пришли, но нету, типа, их неймплейтов, ничего нет. Я завис. Я на поле, значит. Красава. Меня выкинул нахуй.
Хильте танк помогать или Кен Хиль танк. А Кен, блядь, сядет помогать. Бенби этот помогать Хиль. А, выкинул хуя. Кена, дайте салю. Пиздеду нахуй. Нет, ебучий, блядь. А ну шип... Да, нет. Заебись. Че? Решение, отошли быстро, быстро, быстро. Подожди, а нозер ДЦ, что ли? А нахуй да. Оно здесь, блядь? Ой, идите нахуй. Че, вайпнули, что ли? Нет. Нет. Там метка хуёва была. Вообще, где печенька, где лужа, блядь, нахуй? Пиздец. Да ладно, он выбегал, он, блядь. Все врага, типа, они краши, они багаются. Дай мне зубы. Метка сейчас будет, эй. Ты нахуй. Обычно топлу. Саманить. Вот эти тапки на сову пойдут, как думаете? Бенви, оставайся в ДД. А где ты видишь тапки на сову? Тканевые. Ой, блядь, это кисти. Показалось. Полиарм упал или нет? Нет. Я ебал. Все нахуй, задействовать эти таланты, блядь. Отлично. Так, Синдор, первый портал. Нет. Чё? Я в четвертый или в седьмой, какой там. Ну, короче, это... Перед Сарой. Мой, что там лут, я восьмой. Да, кто все. Лут, а как мне сейчас, блядь? Дает? Я сейчас приду. Няша или кто? Кто в какой, напишите сейчас всегда в сахой. Чтобы я сейчас просто назначил тех, кто не заходит. Кто не знает своего портала. По принципе, тут все те же самые люди, просто вместо... Няша заходит вместо кого-то. Няша. Первый Ян. Второй кто? Второй портал есть, желающий? Maybe второй. Третий кто? Всегда заходит. Няшер третий. Няшер будет. Четвертый кто? Хокс. По-моему, вижу. Пятый. Хокс, потом Джел. Кен. Пятый Джел, шестой. Кен. Седьмой Синдор. Восьмой Демайз, девятый. Девятый был... Нозер девятый. Какой-то Мункин был. Ну все, десятый. А, окей, все, молчим. А нозер девятый, десятый фейс, да? Все? Да. Давай сюда. Протестируем данную обилочку. Не, какой плюс ноль, нахуй. Опять ничего. Один. Левела не будет. У нас нет паладинов. Плюс ноль. Чё линкую нахуй, блядь? А чё это, нахуй липало, да? Это нахуйню. Нахуйню. Обидно было сейчас. Торим, запусти. Я пошёл уже, сейчас запущу. Сакра, давай на демона бери. Ну, он таки есть. Да так какие АФК? Бери. Давай убьем, потом АФК уйдем. Я не могу их на демона надеть, мне нужен грудак, чтобы их на демона надеть. Ёбаный рот, блядь. Ой, не грудак, а башка, блядь. 10 минут, блядь. Делов, блядь. Ёпты, плечи, блядь. Последний кусок, короче. Там еврей тоже хотел, ради чего, далеко.
Ой. Так вот так, похуй. Он зашел внутрь? Дайте лыбу, Лис. Лыбу дайте. Лыбу. Лыбу даю. Даю лыбу. Дар, дай жопу. Где она, блядь? Фласку, вот. Фласку выпить. Еврей, тебе плащ нужен, пожарник? Он его, блядь, в ГБ лежит уже 20 лет, блядь. Надо хотя бы чекать ГБ когда-нибудь. С 213-м бегает пацан, блядь. Картинка угарная в Дисе, где баба мимо автомата бьет. Ну ты не будешь, блядь, до целка симпатичный, блядь. Да чё вы верите Фоне, блядь? У него 226-й, он пиздобол. Ах ты, блядь. Ну я там в хэнд лоу.